Алло. Слушай, Андрей Анатольевич. Удостоверение техпаспорта. Ты меня не слышишь? Водительское удостоверение передай. Ты мне причину навязываешь ту, которой не было. Я заснял. Я еще да заснимай ты что хочешь, я ехал за светом. Передайте, а выключил, что человеку не следить в глаза. Техпаспорта. Не буду я тебе ничего давать. На каком основании? Да потому что ты знаешь... Понимаешь, зачем ты с мелочи делаешь, кричать. Блядь, проблему какую-то? Я ничего не делаю, передайте. Я не нарушал, я ехал со светом. Выключил по водительски, передайте, чтобы не сводить глаза. Не буду это делать, потому что нет причины, все. И не надо с пустяка, блядь, делать такую проблему. Куда вы пошли? Я что, подрезал кого-то, унизил, блядь. Куда вы пошли? Я не нарушал, все. Передайте документацию. А ничего я не буду тебе давать. Почему? Да потому что я не нарушал. Что ты меня издеваешься, блядь? Доводишь до контракта. Я говорю, стойте. Я просветы! Кому мне на линии, блядь? За какой хуй, скажи мне? С кем разговариваешь? С пацаном, блядь! Который наручник мне будет одевать! Водитель, передайте документы! Я нормальный, какие хуй браслеты? За что? Объясни! Я еще раз говорю, вы не выполняете требования. Какие браслеты? Какие? Иди нахуй отсюда! Посмотришь. Сосед мой тебе Виталий устроит, блядь. Это же не представляю. Это какой? Командир роты твой бывший, зам. На пенсии, который пошел. Что, ты Виталию Харламова не знаешь? Узнаешь. Ну, если мало приедет, Шевченко, блядь. И Сергей Иванович Лукьянов. Вот ты устроил, блядь. Боже за свет, блядь. Еще и навязывает наглые, блядь. Я в последнюю секунду, когда второй раз в очередь продвинулся, чтобы человеку не светить, выключил на месте, блядь. А ты такое устроил, блядь. Еще раз повторяю. Сказал, ну, браток, да хуй с ним, извини, прости, все. А зачем же материть нас? Кого? И только после наружи. Я сказал, пацаны, не тройте за руки, блядь. Деду 60 лет, не доводите, блядь. Ты дал команду надеть наручники. Так передайте документы. За что? Ты причину мне должен предъявить. И свидетели. Два пацана, мои слова, ты помнишь? Нет. Вот это свидетели я, были. Я могу ты помнишь показать, мои слова? Видео показать могу. Фу, блядь. Вашего нарушения. Или оно не является доказательством? Стоит колонна машин, и ты устроил нарушение. Блядь, стоячая машина. Боже, боже, блядь. Ты работник ГАИ, блядь, а? В стоячей колонне? А, менты там еще. Ты позвони этому Минке Сан Санычу. Пусть под... Батя, пусть пойдет пешком. Пусть это... звонят, Минка знает эту. Михееву Ину, адвокату моему пусть звонят. Сашу Тури и Баварю. Всех поднимайте. Минка пусть позвонит Инна Михеева, адвокат мой. Да, да, Минка знает. Она всех поднимет, давай. Сережа, ты приехал, да? Я на место поставить, блядь. Да, Жека. У кого? Инна Михеева. Это Бавария, да, Вадик Михеев.